Всем привет! У меня сегодня обыкновенный домашний рутинный день. Покажу вам, что приготовлю поесть. Вот такой салатик будет у меня. Сварила картофель и жарю. Не знаю, как по-русски, но это очень вкусно. Кевапчики называются. Такие вот мяски, вкуснючие. Иногда я делаю их сама, но это мы покупали у мясника. Я их делаю с пивом, с добавлением пива. Получается очень вкусно. Потом еще в них добавляю такую вот специю. Сейчас я вам покажу, где тут мои специи. А вот, Боненкраут называется. Боненкраут. Не знаю, как это на русский язык перевести, но вот такие колбаски получаются. Мясо. Сегодня еще у меня предстоит пересадка растений. Кое-что пропало за зиму. Вот. Есть у меня такая мини-агава. Вот она. Это все, она больше не растет. Вот такая. А это бэби агава. Сегодня предстоит мне это все пересадить. Хочу показать вам свой лимон. Вот у него плоды. Но так в камеру, наверное, смотрится, что они как бы большие. Но на самом деле они очень маленькие. Посмотрите. 4 плода у него. Вот такой вот он. Он у меня тут в туалете стоит на окне. Тут холодно. Как он называется? Сейчас я вам покажу. Он называется Лара Лемон. И вот, товарищи, девочки, мальчики, может, кто знает о нем, что? Почему у него такие маленькие плоды? Кто понимает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно. Потом вот еще такое растение у меня. Очень интересное, красивое такое. Вот. Пушистенькие такие комочки. Как разрослось красиво. Да. И вот еще такое стоит на окне. Целую зиму я ему буквально даю по чуть-чуть водички, немножко. Он так цвел, люди говорят, пишут мне в Одноклассниках, там в Фейсбуке, что не видели еще, чтобы так вот цвел этот цветок. Но у меня цвел. Продолжаю жарить кевапчики. Покажу вам свой вид из окна спальни. Вот, на балконе. У нас большой балкон здесь. В прошлом году мы положили плиты. Вот. В этом году будем менять здесь все. Ну, вот такая панорама. Красиво. Вот сюда вид сверху на теплицу. Хорошо. Сегодня буду заниматься мытьем аквариума. Вот. Буду мыть. Дорогие мои, подписывайтесь на мой канал. Если вам видео было интересно, ставьте лайк. Вам не тяжело, а мне очень приятно. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока.